буду рассказывать о празднике, который сегодня, 22 ноября 2018 года, вообще-то этот праздник отмечается в 12-ю полную луну, каждый год в Таиланде. Вот такая красота. То есть вот если вы видите, да, показываю это цветочки, на самом деле это листики банана, украшенные цветочками, стоят вот эти вот палочки, свечечки. Вот второй у меня такой получилось, что мне два сегодня подарили. Рассказываю, этот праздник основала жена короля, не помню, праздник называется Лои Кротонг. Кротонг – лодочка. Вот. Этот праздник основала жена короля. Она сделала огромную-огромную корзину с пальм, с банановых листьев, украсила ее цветами, фруктами и опустила на воду. Таким образом она принесла свое почтение воде, потому что вода кормила их, да, то есть рыба, вода помогала выжить. И это была такая дань благодарности. С того времени люди в Таиланде начали отмечать этот праздник. И ежегодно множество туристов приезжают именно ради этого праздника, чтобы увидеть такую красоту. И еще вчера город был полностью украшен, даже наш дом был украшен такими флажками цветными. Сегодня утром тайцы прямо в лобби поставили огромный стол и делали вручную вот эту красоту. Я как раз вышла, и мне они подарили вот эту такую красоту. Что еще хочу сказать про этот праздник? Влюбленные, так, перескакивают мысли, буду рассказывать по порядку. Вечером, после того, как заходит солнце, люди заходят в воду и отпускают вот эти корзинки на воду, загадывают желания, благодарят за все. Пары влюбленные держатся за руки, они верят в то, что если в этот день они запустят в небо фонарик, такой китайский, да, то в следующей жизни они тоже будут вместе. Поэтому в небе будет множество фонариков, салюты. Я все буду снимать и дальше вставлю в это видео. Сейчас проверю, все ли я сказала, потому что я так себе набросала. Ну, я сказала, что традиционно эти лодочки изготавливаются из листьев банана. Реально напоминают маленькие дворцы такие. Они еще выставляют на показ, чтобы люди смотрели вот и созерцали такую красоту. Да? Поэтому ждите следующее видео. Я сейчас как раз беру две красивенные лодочки. Кстати, вот эту лодочку мне подарила женщина, которой я арендую квартиру. Это просто незнакомые две женщины. Я вышла в лобби сегодня, спускалась поехать на пляж, и мне подарили вот такую красоту. Я очень в восторге, и такая атмосфера в городе вот, доброжелательная. Люди улыбаются, люди поздравляют, они отправляют друг другу открытки. Хочу заснять как можно больше видео, поэтому смотрите дальше. Вы видите о том, как делают прямо на рынке. Такую красоту сидят на полу и делают. Смотрите, какой праздник шикарный. Делюсь своими впечатлениями по поводу праздника, который был, мы запускали эти корзинки. Я вначале рассказывала, на Пхукете фонариков не было. То есть мы проехали по пляжу, по Патонгу, посмотрели, и буквально там 1-2 фонарика были в небе, но такого вот фестиваля, как мы ожидали, абсолютно не было, к сожалению. То есть мы ждали вот этой картинки, нам сказали, что это в другом городе. Но сам процесс запускания лодочек, да, то есть вот этих вот с банановыми листочками, был очень красивый. Очень много деток было в тайских костюмах, таких с макияжем, с глазами, с накладными ресничками. Очень-очень красиво. И, в принципе, были и взрослые тайцы, которые были одеты в национальный костюм. И
Было интересно. Вот такие мои впечатления по поводу праздника. Но если вы хотите эффекта увидеть вот этих фонариков, да, тогда нужно ехать в другой город. Chạm yên.